Авария на шахте. По предварительной информации, на шахте произошел взрыв. Отец был на шахте во время взрыва. Да, его фамилия есть в списке пропавших без вести. Расскажите, что случилось там, в шахте. На нас напали. Что происходит? По какой причине введен карантин? Информации нет. Красиво идут, как на войну. Почему нет никакой связи? Почему вы глушите телефоны, радио и телевидение? Ближе не подходи! Огонь на поражение! Хватит! Сквозное. Органы вроде не задеты. Срочный анализ в операционную. Информация о выживших есть? Кто-то точно уцелел. Они перестукиваются с нами. Где наш ученый? Где Доронин? Все из-за него? Еще не пост повернуть назад, еще же ничего страшного не произошло. Чего? Что ты собираешься делать? Мстить? Напасть на военных, да? На размышление у вас 10 минут. В противном случае все вы будете уничтожены. Сергей, помогите! Ты как? А ты как? А что это там бункнуло? Хлопушка. Хлопушка это. Ничего! Слышь, что говорю? Все нормально, выходи! Если мне придется вытащить тебя силой, я тебе не завидую. Ваше время истекло. Да снимайте все чисто. Отбой газом. Мы связались с центром. Есть вариант. Надо поговорить один на один. Оружие оставьте у машины. Дай-ка ствол на всякий случай.
Там тебя парнишка ищет. Тащи его сюда. Ну что там? Операцию провели. Но состояние крайне тяжелое. Твой отец говорит, что он... Что? Может быть, все что угодно. В общем, он хотел, чтобы ты к нему приехал. Здесь один человек ничего не решает. А там ты нужен. Если она или кто-то из наших раненых умрет, я вернусь, и мы их всех перебьем. Не подходи, я выстрелю. Ну давай, чего ты? Я выстрелю, слышишь? Честное слово, я выстрелю. Не подходи. Я выстрелю. Я выстрелю, честное слово. Чтобы кого-то убить, нужно по-настоящему его ненавидеть. А когда ты убивал своего друга, ты его ненавидел? Тогда да. Взрыв из-за этого был? Еще раз попытаешься убежать, я тебя поймаю и убью без предупреждений. Договорились? Давай, идем. Идем. Это шахта. Что за стрельба была? Ответьте, прием. Не отвечают. Может, они подтянули войска, вошли в город и перебили всех? Да не так много и стреляли. Ну, это да, конечно. Это шахта. Что за стрельба была? Ответьте, прием. Что за стрельба была? Прием. Шахта. Слышу вас, прием. Кто говорит? Это кто? Игорь Корнеев, МЧС. Найди мне Журавлева. Журавлева к рации. Его здесь нету. Встречается с командиром военных. Что за стрельба была? Что была за стрельба? Мы устроили засаду. Блокировали часть колонны. Предъявили ультиматум. Они связались со штабом, ведут переговоры. Не верьте им, они обманут. Они тянут время. Ждите, мы сейчас будем. Конец связи. Транспорт к воротам. 10 человек и тяжелое оружие из арсенала. Есть. Дай. Требования, которые вы выдвигаете, удовлетворены не будут. Дело ваше. Тогда вы знаете, что будет. Ты мент? С охраны шахты?
Нет. Тогда я могу знать, с кем я разговариваю. Вы говорите с тем, у кого автомат Калашникова и 30 патронов. Я думаю, в данной ситуации этого должно быть достаточно. И что? Ты прикажешь всех убить? Я вообще-то генерал-майор. Кишка не танка. Генерал. Я делал вещи похуже. Чего вы хотите? Я уже говорил. Повторить? Нет, этого не будет. И это не мое решение, это факт. Если ты не дурак, а ты не дурак, ты это понимаешь. Это решение штаба, и они сказали нет. Если хотите, вы можете нас убить. Но это ничего не решает для них. А для вас и для нас будет все очень плохо. Жизнь моих людей для меня не пустое место. Я готов предложить следующую сделку. У вас много раненых, ресурсы больницы на исходе. Расходные материалы, обезболивающие, антибиотики. Полный грузовик лекарств в обмен на наши жизни. Это максимум, на что я смог уговорить штаб. Сынок, воспользуйся этим. Не лей кровь понапрасну. Хорошо. Забрали. Есть доступ в шахту. Ситуация. Выжившие. Пока неизвестно. Мы расчищаем проход. Да. Так, Белов, давай ты в город. Только войны там не начинай. Просто дай им понять, что обмануть нас не удастся. Найдешь там парнишку Леша Журавлев, лет под 30, спецназовец. Его местные слушаются, так что с ним будь в контакте, а со мной на связи. Так точно. Бойцы за мной. Бегом, погрузили все. Сюда! Пап, с ней все будет хорошо. Скажи, что с ней все будет хорошо. Ты же сам делал операцию. Ты же все умеешь. Антош, со своей стороны я сделал все, что мог. У нее пуля прошла через желудок. Мы долго зашивали ткань. Кровопотеря критическая. Критическая? Но ведь можно же что-то сделать. Можно кровь перелить. Можно. Только где ее взять? У нас много раненых. При аварии, на пожарах. Практически все истратили. Да и холодильники пришлось отключить. Потому что энергию экономим. Доноры. Доноры. Доноры нужны. Ну, хочешь, возьми у меня. А то же ситуация тяжелая. Таня – первая отрицательная группа. Она может принять только такую же, никакую другую. У нас в городе списка доноров никогда не было. Все из райцентра привозили. А брать анализ, чтобы определить группу крови у людей. Нужны реактивы, материалы. Нет ресурсов. Неужели ничего нельзя сделать?
наша надежда только на тех людей, которые знают свою группу крови. Это врачи, милиция и те, кто в армии служил. Я у себя уже всех своих оповестил. Я буду искать. Ее можно увидеть? Да, конечно, только недолго. Я не тоже, мы идем туда одни. Но я должен быть там. Стоять. Там мой брат. Там могут быть выжившие. Им помощь нужна. Пока мы не выйдем, никто не заходит. Двое остаются здесь, остальные за мной. Если все-таки они время тянут, как Зорина сказала. У них четверо раненых. Они истекают кровью. Если они тянут время, значит, они конченые твари. С такими нам уже ни о чем не договориться. Советую успокоиться и ждать. Едут грузовики. Будем разгружать лекарства. Там полный кузов. Оставим вместе с КАМАЗом. А вторая машина для раненых. Хорошо. Этот тоннель. Судя по плану, дальше подъемники, которые спускаются в штольню. Там рельсы, по которым ходят вагонетки и даже поезд. Туда, где непосредственно ведется добыча урана. Ага. А здесь административные комнаты. Там столовая, а там комната отдыха. Ясно. А где? Труп. Смотрите, здесь еще. Ожоги. И, видимо, здесь был пожар. Смотрите. Известь. Их засыпали, чтобы хоть как-то избежать эпидемии. Если их кто-то засыпал, значит, есть выжившие? Да, значит, есть выжившие. Или были. Тогда где они? Не знаю. Двигаемся дальше. За мной. Кать! Катя! Кать! Катя! Thank you.
Так, я спрашивать буду один раз. Рекомендую правду отвечать. Это что такое, а? КШМ-1421 прототип. Что это такое? Концентратор шаровой молнии. То есть вот эта хрень делает шаровую молнию? Не делает. Шаровой молнии под гигаватт электричества. На это способен только атомный реактор. А это устройство в воздухе создает координаты или концентрации электричества. Какого электричества? Света двое суток нет. Да не из розетки. Того, которое вокруг нас. Которое есть даже в человеке. Электричество начинает усиленно концентрироваться по заданным параметрам в точку, где создается шаровая молния. В момент наивысшей концентрации происходит взрыв. Так что поосторожнее. Ты меня что, развести пытаешься? Такую хрень еще никто не умеет делать. Я же говорю, это прототип. Так. Значит, все чертежи, планы, жесткий диск, сам ты, это все потому, что ты умеешь делать вот это. Ну, бабахнуло разок, ты же даже убежать не смог. Это кому надо? Я тебя спрашиваю, кому это надо? Это сфера диаметром 7 сантиметров. В нее я всунул 4 батарейки из пульта. Теперь представь себе сферу, ну, скажем, размером с этот дом. И подключи атомный реактор. Здесь лекарство! Она ваша! Хорошо. Мы можем грузить раненых? Да, давай. Грузите. Осторожно. Кто командир? Майор Василенко. Отлично. Как только мы загрузим раненых хоть как-то, прыгайте между машинами, занимайте позиции. Открывайте огонь по крышам из пулеметов. У них легкое стрелковое оружие. Начнут прятаться, мы вас в этот момент подхватим. Затем под нашим прикрытием поднимитесь на крышу и зачистите. Все ясно? Так точно. Товарищ генерал, зачем все это? Нам надо разобрать все эти баррикады и вывести свою технику. Оставлять мы ее не можем. В моей машине остались компьютеры, спутниковая система и карты. Но карты я могу с собой забрать, а остальное... Может, проще уничтожить машину? Ну, во-первых, это их испугнет. Мало ли что. Во-вторых, где гарантия, что все это уничтожится? Да, и вот еще что. В конце концов, надо им показать, кто здесь главный. Раз и навсегда. Все ясно? Так точно. Выполняйте. Приготовиться к штурму. Что за дверь? Комната отдыха. Раздвижная на электроприводе? Да, на электроприводе. Откроем. Действуйте. Нож. Там фиксатор, там фиксатор. Давай. Второй нож. Вставляй. Все готово, товарищ майор. Так, что, здесь тоже никого? Я тоже никого не вижу. Не стрелять! Стойте, стойте! Это наши! Мужики, стойте! Не стрелять! Я вас знаю, вы на объекте работаете, вы же военные. А вы с шахты? Да, мы с шахты.
А почему вы на нас напали? Зачем прятались? Мы думали, что вы одни из тех, кто тут мясорубку учинил. Что, трупы в коридоре, разве это не жертвы от аварии? Не все. Да и не было никакой аварии, обычное нападение. Четверо в коридор, смотреть в оба! А где нападавшие? Когда произошла авария? По нашим данным, 22:59, 5 числа. Около двух дней назад. Были сейсмические толчки, при них реактор автоматически глушится на 42 часа. И сейчас он, видимо, опять включился. Откуда здесь реактор вообще? Это уже лишняя информация для вас. Есть еще выжившие? Нет, здесь все. Тогда идите на выход, вам там окажут помощь. Мужики, а что, они БТР бросают? Ну да, похоже на то. А что тогда наводчик и механик не вылезли? Не знаю, мне тоже это не нравится. А если они нападут на нас? Лех, успокойся. У нас другого выхода нет, только ждать. Мужики, а от шахты машины едут. Заваруха не началась. Товарищ генерал, там две машины. Отделение! К бою! Что они делают? Надеюсь, просто страхуют. Что происходит? Ничего. Просто следим, чтобы все прошло без эксцессов. Если что-то пойдет не так, если вы с собой еще людей привезли, мы все сожжем к чертовой матери за 5 секунд. Это же все когда-то кончится. И на том берегу этой реки я буду генерал, а ты будешь капитан. И тебя будет ждать трибунал. Ну, пока мы по эту сторону реки. И у тебя минут, чтобы отсюда убраться. Здесь же свои. Вы же не будете по нам стрелять? Нас во время аварии 10 ранило. 7 из них умерло, потому что их нельзя было отвезти в больницу, в райцентр из-за вашего оцепления. Это были наши товарищи. Вы их убили. БТР. Что случилось? Не выходите. Мы отступаем. Почему? У них РПГ и шмели. Пожгут все машины. Откуда? У шахты хороший арсенал. Это все Зорина. По штурму отбой. Трогайся! Стой. Спасибо. Да не за что. Все же в одной лодке.
Главное, чтобы это еще больше не разозлило. Пойдем, медикаменты глянем. Самолета. Лекарства, слава богу. Надеюсь, не отравленные. Слушай, Игорек, вам в МЧС про паранойю говорили? Идите туда, там вас встретят. Скажи, чтобы выносили трупы. Yes! Слушай, скажи, а где все нападавшие? Они же никак не могли отсюда выбраться. Некоторые здесь, среди убитых. Остальные не знаю, где. Видимо... Ясно. Давай. Скажи, чтобы тела наемников отделили от тел шахтеров. Полный обыск и пока не хоронить. Есть. Нижний ярус. Кто-нибудь когда-нибудь был на объекте? Никак нет. Но все про него знают? Ладно. Думаю, не стоит объяснять, что секретность наивысшая, хотя происходит непонятно что и анархия. Шахта, нижний уровень. Не совсем. Назовите номер и имя. 1917 Зорина. Личность подтверждена. Он едет еще ниже. Да, объект на глубине. Ребят, что это? Принимайте груз. Откуда? Долгая история, не спрашивайте. Собери ребят и складывайте все в холле. Ну что, как там Таня? Лук, тебя Антон хотел видеть. А где он? По городу мотается, людей объезжает. Я ему список дал. А что за список? Ну, людей, которые свою группу крови знать могут. Милиция, врачи, военные. Донорской крови нет, а ей срочное переливание нужно. Так что, если он в ближайшее время первую отрицательную не найдет, я уже вряд ли что-то смогу сделать. Так у меня первая отрицательная. Леш, все серьезно? Ну, конечно. Мне еще наш медик говорил, что если ранит вдруг, то запихивай кровь обратно, то точно не найдем тебе дома. Леш, ну, да? Конечно, пойдемте. Пошли. Здесь тоже случилось что-то серьезное. Гранаты. Осколочные?
Вряд ли всех бы посекло. Светошумовые, наверное. Или газ. Заблокирован. Эту дверь можно открыть только отсюда или изнутри. Может быть, попробовать вскрыть ее? Я надеюсь, ты шутишь. Это место выдержит тактический ядерный заряд. Ты не вскроешь этот проход ничем. Попробую через служебный протокол. Имя. 1917 Зорина. Личность подтверждена. Назовите цель разблокировки центрального входа по протоколу. Аварийная эвакуация. В разблокировке отказано. Ваших полномочий недостаточно. Вы можете быть пропущены не ранее, чем через 46 часов 32 минуты. Сейчас эту дверь может открыть, наверное, только генерал или я не знаю кто. Но точно не я. Я понимаю, что произошло. Блокировка на 96 часов. Самый экстренный случай — полная изоляция. Теперь более 2 суток – это невскрываемая консервная банка. Уходим! Честно говоря, я никогда не видел, как кровь переливают. Ну, вообще, все, конечно, это не так. Сначала берется кровь, потом переливается, а нам придется делать по старинке напрямую. Ты из-за холодильников? Нет, конечно, можно было их подключить, что, в принципе, сейчас и делается для лекарств. Но время торопиться надо. Леш, придется взять больше обычной донорской дозы. Да, берите сколько нужно. Ишь ты, разбежался. Сколько нужно. Тебе не шутки. Ладно, сделаем тебе несколько укольчиков, чтобы быстрее восстановиться. Можно и на красную. Я не откажусь. Достанем. Текающая жизнь. Вроде того. Дядя Вить. Да. Если у Дани вдруг не получится, ну, если она не справится, Антону не говорите. Дождитесь, пока я приду в себя. Я должен сказать, ну, или хотя бы присутствовать при этом. На территории. Маша, это жена брата моего, Миши Журавлева. Он там. Ясно. А что, это все? Больше никого живых нет? Стойте, а это какого Журавлева? Алексей? Леша? Это наш сын. А что с ним, он здесь? Нет, он в городе.
Я просто с ним пообщалась, он очень здорово помог. Хороший парень. Весь в отца. А вы знаете Мишу? Да я даже как-то сразу и не сообразила. Я подумала, что Алексей однофамилец, а отец-то его всегда говорил, что у него есть сын, студент, учится. Да, он не говорил, что служит. Перекусить бы. Так точно. Можно вас на минутку? Вы жена. Вы знаете, что ваш муж? Знаю. Он не шахтер. Да, я даже фамилию не сразу вспомнила, потому что привыкла к Михаилу обращаться всегда по званию. А виделись мы редко, я приезжаю, уезжаю. Я не могу просто в эти дни. Его нет ни среди живых, ни среди мертвых. Тихо, я... Вы же сумеете сохранить тайну. Ваш муж, начальник безопасности, он находился на объекте, который самозаблокировался. И внутри должны быть живые. Спасибо. Спасибо. Да мне-то за что? Извините. Надеемся на лучшее. Наденьте. Пап, я никого не нашел. Николай, одень. Я пытался связаться с тобой по рации. Батарея села. Что случилось? Все в порядке, во всяком случае, относительно. Я нашел донора. Что? Нашел? Да, вернее, он сам пришел. Надень маску. Лешка Журавлев. Что? Леха? Да, у него первый минус. Надень маску. А где он? Пусть пока полежит, я взял больше положенного. Надень маску, пойдем на улицу поговорим. Пошли. Возьмите масочку. Представляешь, у нас с тобой самая редкая группа крови. У нас так много общего. Спасибо. Для меня еще такое никто не делал. Я думаю, в тебя еще никто из автомата не стрелял. Спасибо. Да не за что. Не надо меня благодарить. Знаешь, сколько у меня там заразы? Шучу. Я знаю. Мне рассказали, как ты вел себя в городе. Действовал верно, молодец. Надеюсь, что так. Но, честно, я так и не понял, была ли это реальная угроза, или мы все выдумали? Предосторожность никогда не помешает. Кроме того, что-то меня насторожило в моем начальнике. Это в том, с которым вы у ворот встречались? Да. Его лицо. Глаза. Не знаю. Я видела его неделю назад, а сейчас как будто это другой человек. Как? Как другой? Как двойник, что ли? Да нет, нет, не то чтобы. Но что-то не то. Не так. Не знаю, что.
Личные вещи, документы. Ну, тут немного. Только то, что в карманах. Жвачка, ключи, патроны. Ничего, что помогло бы их опознать. Но они же все прошли военную подготовку, может? Не может. Подушечки пальцев заранее сожжены кислотой. И так у всех. Да, дела. Столько людей. Антош, я посмотрю за Таней. Тебе лучше уйти. Происходит что-то нехорошее. Нехорошее? В смысле? Эти люди? Да. Одни и те же симптомы. Высокая температура, отеки, сыпь, потеря сознания. За последний час 100 человек. Сколько? Что это такое? Никто не знает, вирус какой-то. Пытаемся понять. Поезжай домой, все продезинфицируй. Людям надо как можно меньше контактировать. В больницу не суйся. Но, пап, а ты? Это моя работа. А ты сообщи всем, но только так, чтобы не поднялась паника. Уже очевидно. Это эпидемия. Мы разработали экстренный план. У тебя какое было звание? Капитан. Я тебя восстанавливаю в звании и назначаю командовать этой операцией. Он приходил ко мне. Кто приходил? Денис. Денис, подожди!